Привет всем любителям My Little Pony. Сегодня у меня в гостях маленькая лошадка по имени Spitfire, и мы с вами будем ее сегодня украшать. Идея этого комплекта в том, что здесь нужно сложить все самому. Здесь есть вот такая рамка, в которой находится лошадка, и из рамки нужно лошадку достать и соединить вместе. В комплекте также находятся крылышки и наклеечки для того, чтобы мы могли украсить нашу лошадку. Ну а теперь давайте сложим лошадку, вставим в пазы. Вот у нас получилась лошадка. Здесь, как мы видим, есть вот такие специальные отверстия для того, чтобы ее украшать. Ну а теперь давайте придумаем, какой бы дизайн нам к ней применить. Нашу лошадку зовут Spitfire, поэтому все аксессуары подобраны к ней с элементами огня. Вот, например, хвостик. Хвостик нужно вставить в это отверстие. Возьмем теперь гриву, она также напоминает нам пламя огня, и вставим там, где должна быть грива. А теперь давайте украсим Spitfire с помощью наклеечек. Отклеим наклейку и прикрепим ее к лошадке, вот сюда на ножку. Вот, теперь у нас есть рисунки с одной стороны и с другой стороны. Можно, конечно же, прикрепить несколько наклеечек по всему телу лошадки. Если бы Spitfire собиралась на бал-маскарад, я бы посоветовала ей одеть вот эти просто очень красивые, гламурные, большие крылья, в которых также применен элемент огня. Цвет у них такой ярко-желтый. Смотрятся они очень красиво. А вот эти блестящие розовые крылышки я бы посоветовала Spitfire одеть на какую-нибудь вечеринку, день рождения или просто встречу ее друзей. Прикрепим их. Вот такая красивая Spitfire у нас получилась с розовыми блестящими крылышками. Ну а для ежедневных полетов Spitfire может использовать вот эти небольшие крылышки. Я уже украсила одно крылышко большой такой наклеечкой. Теперь давайте приспособим их к телу лошадки. Таким ярким набором крылышек наша Spitfire никогда не останется незамеченной. Придумайте свой дизайн для Spitfire и украсьте ее. Лошадка будет ждать вас на нашем сайте megadiscount.pl. Пока!